Видео. Ну что я хотела сказать? Я рада видеть, доктор. Я когда вас вижу, у меня вообще вторая молодость. Через записи. Лечение, которое назначили, вот как бы дало свой эффект. Чувствую сейчас себя нормально. Нормально. Аппетит вернулся. Только недавно. Да, и это так кстати, голова не болит. Давление в уровне 110 на 70 практически каждый день. Это моя мама Татьяна. В декабре прошлого года у нее диагностировали рак груди, который метастазировал в мозг. К сожалению, в нашей стране, в Молдове, нам не смогли предложить достойного лечения, и нам очень повезло, что мы нашли доктора Трусье, который провел отличное лечение. В январе 2020 года мы начали радиотерапию в Ницце. И было проведено несколько сеансов радиохирургии. И лечение, комбинированное лечение таргетной гормональной терапии дало отличные результаты. Сейчас мы на контрольной проверке. Все хорошо. Мы наконец-то приехали в Ниццу не на лечение, а просто в отпуск в этот раз. И мы очень рады, что нам повезло, и что мы встретили доктора Трусье в подходящий момент, в нужный момент, и что лечение дало свои. Когда мы приехали на лечение сюда и переделали, и нас попросили переделать анализы, оказалось, что это не просто метастазы, это лептоменингеальные метастазы, то есть это карциноматоз, и метастазы было не 3, а 6. Диагноз в Молдове был 1 месяц, но вот уже прошло 6, и все хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я надеюсь, что... Действительно надеюсь, большая надежда у меня на то, что и вера, потому что, к сожалению, мало таких врачей, как доктор Идрис, потому что когда появляешься здесь просто у него, даже просто на приеме, ощущение такое, что хочется жить долго-долго-долго, и такая большая радость, большая. Ну, в общем, потихонечку, слава Богу, ситуация налаживается. Почитай ситуацию с Амельяром. Благодаря нашим общим усилиям будем жить еще. Elle pense qu'elle va encore vivre. А вы, c'est ça. Он говорит, это точно. А, волосы. Букле. Катюша, скажи вначале, как я перепугалась, не росло вот здесь, вот абсолютно вот здесь. Là, c'est pareil, on a fait exprès de diminuer la dose au niveau de la peau.
Он говорит, что они специально адаптировали таким образом дозу для того, чтобы волосы потом росли. У них есть стратегические места, когда они облучают всю голову. И он говорит, что есть центр радиотерапии, которые так не делают, тогда бай-бай волосы навсегда. Но я перепугалась, что нет, они... вот тут будет лысина, вот тут полоска, вот такое. Очень важно попасть на хорошего человека, потому что для нас, больных людей, очень важно отношение врача. И когда ты встречаешь человека, который вникает, действительно, ты видишь, что вникает в твои проблемы, и мало того, что вникает, он действительно с научной точки зрения все правильно делает, потому что человек стремится учиться постоянно, это видно. Учиться чему-то новому, следить за новинками. А в этой области это очень-очень важно. Спасибо большое.